выживших комитет занял твердую позицию. Вывод войск из Афганистана нас ослабит. А в мире уважают сильных. Согласен, Михаил Сергеевич. Только каждый день в Афганистане нас ослабляет. Мы там не побеждаем и никогда не победим. И это видят все, у кого есть глаза. Ну, министр обороны тоже говорит. Вывести войска можно, но сначала нужно ввести туда 100 тысяч, закатать противника в асфальт, а потом, пожалуйста, домой. Ну, так мы окончательно разозлили местное население. Вы вспомните, в 79-м году нас с цветами встречали, а сейчас стреляют из-за каждого угла. Мальчишки уже с нами воевать начали. А поверьте, очень неприятно стрелять 10-летнего пацана, даже если он в тебя целится. А наши придут домой. Вряд ли они сумеют адаптироваться к нормальной жизни, а им по 20 лет. Это наше следующее поколение. Федь, ну а сам ты как думаешь? Думаю, Михаил Сергеевич, что нам нужно как можно быстрее уходить из Афганистана. Да, сменить Кармаля, поставить надежное правительство и уходить. Потому что так мы рискуем потерять свою страну. Эта война нас сначала разорит, а потом уничтожит. Посмотри, ну вот армия – это одно. Комитет другой, МИД третий, вы четвертый. Нет консенсуса. Ну, Михаил Сергеевич, армию давайте сразу исключим, потому что мы военные всегда готовы воевать, мы для этого созданы. МИД – это большая игра, показуха, по большому счету. А вот комитет – совсем другое дело. Пока страна находится в состоянии войны, объективно растет значение спецслужб. И комитет, требуя продолжения боевых действий, на самом деле просто сохраняет собственные позиции. И вопрос вовсе не в том, выводить войска или нет, а в том, кто на самом деле реально управляет внешней политикой СССР. Вы или товарищ Чебриков? Федь, ты вообще сам-то понял, что сказал? Ну, так просто. Просто. Все у тебя просто. Чаю? Не откажусь. Добрый день. Тебе чего? Мне бы знать. Так чего тебе? Где у вас Чепок-то узнать хотел? Там. Спасибо. Че он хотел? Да хрен его знает. Ну-ну. Это тебе за транспорт. Какой транспорт? Вот, ну-ка. Петлички, эмблемы по-куровски. Курсант Савенков. Или Савельев. Ну, вспоминаю, о чем они говорили. Да они между собой особо не разговаривали. Что, всю дорогу молчали, что ли? По-куровски байки травил всю дорогу. А курсант струхнул, я видел. Если понадобитесь, вызовем. Разрешите. Слободите. Рыжий готовил им плацдарм. Толя, успокойся. Кому им? Я врагов нутром чую. Это измена. И в прокуратуру внедрились. Панорама, дайте 181. Саня, убасти. Кто там к вам в полк прилетел? Вроде как из прокуратуры. Контора пишет, контора знает. Карышев. Кротов. Савельев. Савельев, имя, отчество. Дмитрий Федорович. Спасибо. Полковник Васнецов. 2347. Срочно нужны установочные данные на Савельева Дмитрия Федоровича. Повторите. Да, жду. Полковник, дай приказ. Я этих тварей зубами грызть буду. Побереги зубы, Толя. Разберемся мы с твоим заговором.
Да, добрались, устроились. Условия нормальные. В общем, работают все путем. Спроси, сколько дней им там еще? Сколько дней осталось? Сколько они там еще дней-то? Ну, это вопрос вообще не ко мне. Это все от вашего от вашего Дмитрия, говорю, все зависит. Ну, Карышева спроси, японский бог, Мишка. Хорошо, узнаю, сообщу. Угу. Всего добро. Конец связи. Ну вот, видишь, а ты переживала. Пока я здесь. Съешь, съешь. Пока вам там спать не могу. Рит, так нельзя. Митька уже мужчина, понимаешь? Мужик. Я когда по командировку мотался, ты спала ведь, правильно? Приспокойненько. Приспокойненько. Я в церковь ходила, свечки за здравие ставила. Тебе и Митьке. Чего ты делала? Ну, то и делала. Ну, это вообще уж совсем никуда не годится. Жена советского генерала и ходит по церкви свечки ставит. Тебе не годится, а мне надежнее. Не хочу. Рита, значит так, привыкай к мысли, что Митька нас уже повзрослел. Он еще не завтра будет офицером. И слава богу, что у него на плечах уже своя голова. Спать. Не нервничай только. Я не нервничаю, спать она не может. Иди, он ложись и спи. Я сейчас приду. Смешно, ребята, в Москве расскажу. Ну, вставай, собираешься? Знаешь, майор, разрешите увольнение в Кабул. Ты что, курсант, а службу кто тащить будет? Вот сделаешь дело, погуляешь смело. Твой ход. Ферзь опять. Сам сделал. Свет. Хорошо живете? Товарищ майор, разрешите. У тебя талант, Савельев. Прям как на выставку. Было у кого учиться, товарищ майор. В общем, свидетельские показания подшил. Осталось опросить троих. Писаря, помощника дежурного и часового. Ну, дальше я сам. Это тоже в дело. Есть. А, товарищ майор, как насчет Кабула? Мить, да я бы рад, но Кротов в комполка договорился, чтобы тебя никуда не выпускали. Никто с твоим отцом ссориться не хочет. Алло. Ты где там ходишь, мать? Спишь, что ли? Ой, Мишка. Ну как ты там? Я так рада тебя слышать. Как ты добрался? Я-то да нормально добрался. Как банан из Эквадора. Зеленый, но ничего, скоро пожелтеет. Нормально. Миш, я так по тебе соскучилась. Девчата,
карточку поставила. Сижу теперь на нее, смотрю, как дура, реву. Я тоже по тебе соскучился, Зоя. Сильно. Ты что там, опять ревешь? Нет. Ну, я ж слышу, Зоя. Не реву, нет. Прорвало. Зоя, так, а ну-ка соберись. Отставить слезы. Иначе я тебе твою недельку не привезу. Ей-богу, принципиально. Будешь в Ивановской фабрике ходить. Я вообще ничего не привезу, что обещал. Хорошо, не буду. Ну, вот и молодец. Хорошая моя. Ты там только не раскисай, ладно? Вернусь, съездим с тобой в санаторий. Вдвоем. Ладно? Договорились. Люблю тебя. Вон там, могу понять. Вот, ты что, видишь, передняя. Здорово, мужики. Сигареткой не угостите? Курсы совсем наглые пошли, да? Они думают, если офицерами будут, то по жизни наглеть можно. Курсов на дух не переношу. Такая же фигня. А чё ж в училище тогда пошел, а? Так я не сам. Отец силы засунул. Он у меня сапог конченый. Так ты курс поневоле? Типа того. Откуда сам? Москва. Ненавижу москвичей. Я тоже. Я вообще под Свердловском родился. У меня там батя служил. А, земляк, значит, да? А ты? Из Брянска. Я вообще, мужики, всем земляк. Считай, родился под Свердловском. Потом Владик, Пермь, Семипалатинск, Ставрополь, Омск. И сейчас вот здесь. Нехило тебя помотало. Не то слово. Бухнуть охота. Кому не охота? Чеков нет. Чеки есть. Где бухло? Неизвестно где, в городе, на проспекте Майвода. Погоди. Покажешь? Покажу. Вот здесь вот. А как в город добраться? На такси. Юмор оценил. Реально на такси. Там за КПП метров 500 они стоят. Ты, главное, к бардачу не садись. Маджахедом может оказаться. По башке даст, да в гору утащит. Слушай, мужики, может, как-то сами договоримся? Нет, Земель, извини, не договоримся. Я в этой ласточке каждый подшипник знаю, а тебя первый раз вижу. Ладно, ладно. А хоть помогите из части-то выйти. Бакшиш на троих привезешь? Покажу. Само собой. Да он столько пойла не допрёт. Допру. Я тебе сейчас место покажу. Как стемнеет, туда пойдешь. Ага. Пастух такой нерадивый оказался. Я его ждала, ждала. Он заболел. Как, совсем? Совсем, сестренка. Всевышний отпустил ему грехи. А что с барашком? Барашек выбрался из загона, но к нам во двор не заглядывал. Хорошо, если он забредет, ты его накорми, держи на привязи, пока я не приеду. Хорошо, сестренка. Двери моего скромного дома всегда распахнуты для тебя. Мы будем часа через три. Передай Юсупу, чтобы он тоже был наготове. Он уже готов. Хорошо, Исмаил. Приеду, сделаем той. Спасибо. Что он сказал? Все хорошо. Я жду. Да. Соединяй. Слушаю. Да, я посылал запрос. Савельев Дмитрий. Сын генерал-лейтенант Савельева. Того самого. Ясно.
слоном от боги. Измаил. Это мой хороший друг. Я всегда у него останавливаюсь, когда бываю в Кабуле. А как вы познакомились? Он бывший репортер. Родился в Таджикистане. Отец был очень богатый человек. Был? Да. Его раскулачили во время советской власти. Дед до конца жизни мстил советом. Называли его басмачом, бандитом. Те же люди, которые его ограбили и убили его отца. Слушай, столько вопросов задаешь. Как агент КГБ. Прости, пожалуйста. Я просто очень переживаю. Скоро увидишь своего Митю. Я тебе так за все благодарна. Что-нибудь еще желаете, а? Я Дмитрий Савельев. А, есть хорошие куртки, телячья кожа. Заходи, я тебе такую куртку дам. Все женщины Союза будут за тебя замуж выходить. Дубленку-то забыл. Ну что, нашел лазерку, котяра? Ну ничего, я тебя привязывать буду, ты понял? Понял. Ты как здесь, круто? Здесь чижи сюда по первому делу бегут. Дубленку хочешь? Взятка? Я серьезно, за мой счет. Объясните мне. Вот вы на посту 2 часа, так? А если пить захотелось? Так пить же нельзя. Да, извините. Забыл устав караульной внутренней службы. Гарнизон. В розетку что-то совали? Какую розетку? Ну, ваш там умывальник рядом с постом. Ну да. Ну. Какая температура воздуха была в тот день? Я не знаю. Я знаю. 43,5 градуса. Иди сюда. Кто в умывальник входил? Да много там. И офицер, и писаря. И пьют они там? Как верблюды. А ты, значит, не попил, да? Чай не кипятят там? Да. То есть нет, не положено. Ты чай кипятил? Никак нет. Боец, я тебя последний раз спрашиваю, кипятил ты чай или нет? Старался потушить. Просто не получилось. Я первым тревогу поднял и пожарным помогал. Ну что, сразу не признался? Испугался, что посадят. У матери сердце больное, ей нельзя волноваться.
Ну-ну-ну-ну. Ты чего? Ты ж солдат. Точно не будешь? На нашу пастилу похоже. Ты жуй, жуй. Организм растущий. Ну, смотри. Ну, днем жара, а ночью хоть тулуп одевай. Ты всегда так? Да, ты еще в горах не был. Не дай бог. Только как этот проспект называется, где мы сегодня были? Майвадан. Майвадан. Мне понравился. Еще бы афганку без паранжи увидеть. Ну, это разве что только во сне. Ты больше не выйдешь за пределы части, Дмитрий. Да ладно, Мишка. Дядя что, арестант, что ли? Ты что, правда ничего не понял? Вы туповатый, товарищ курсант. Да совесть имей. Я тебе тулуп, а ты... О! С обновкой, товарищ офицер. Нашел беглеца. Вы, товарищ майор, больше ему этих отлучек не позволяйте, пожалуйста. Мне за него перед его отцом потом головой отвечать. А больше никаких отлучек не будет. Я все уже дело раскрыл. Как раскрыл? Так. Пожар возник в результате халатности часового, кипятившего чайник. Протокол оформлен, все подшито. Зав первым бортом в Москву. Да какой халатности? Ну или вторым. Ну, у меня завтра день рождения все-таки. Я хотел как в кругу семьи, по-человечески. А ты, это, Савельев, за практику не переживай. Показался хорошо. Я тебе в Москве лучше дело придумаю. Товарищ майор. Вот правда. От души. Мишка, ты мне руку не выдерни. От души. Комендантский час. А что будет, если нас поймают? Ничего хорошего. Чем я боюсь? Это нормально. Я тоже боюсь, значит, мы живые. Дыши. Дыши глубже. Ну вот, живем. Пойду в коптерку. Нет, я не пойду. А что так, курсант? Что-то хмурый такой. У меня вообще кирдец. Уезжаю завтра. Нам бы так. Может, махнемся, а? Thank you.
Здесь так красиво и дико, как в восточной сказке. Это издалека. А вблизи восток сильно проигрывает в привлекательности. Красавицы, можете привести себя в порядок. Да шакар Исмаил. Уже наконец-то не знала, что ведро воды может мне сделать такой счастливой. Раздевайся. Кто там? Мишка Кротов. Счастливый. Бахтияр? Да, Бахтияр. Ну, с именем Миши или Володи ему здесь будет непросто. Ир. Я завтра в Союз возвращаюсь. Могу забрать вас с собой. Ты развелся? Нет. А кем же я буду там для тебя? Пока не знаю. На таких условиях не поеду. Вообще уходи. И забудь про нас. Я не могу забыть. Ну, не рви ты мне сердце, Ирка. Я все решу. Потом, не сейчас. Для меня сейчас главное вот это. Мой сын в этом доме, в чужой стране, посреди этой бойни, Ирка. Пожалуйста. Как ты здесь вообще? Нормально. С матерью держим швейную мастерскую. Ну вот она сейчас на пару дней уехала. Так бы ты сюда не пришел. Да, я видел.
Деньги ты передавал, да? Ир, ты бы ложилась спать, а? А ты? А я здесь посижу. Посмотрю на вас. Хорошо. Любимое блюдо. Блины. Тогда он приедет, и мы наварим ему блинов. Сейчас видишь. А, блины пекут, а не варят. Ну, хорошо тогда. Напечем. А вдруг он не приехал? Да ж твой упрямый Митя, он уже в Кабуле, я уверена. А вдруг он меня разлюбил? А может, это ты его разлюбила? Нет. Ну, тогда он приедет, ты его спросишь, разлюбил или не разлюбил. Чай. В общем, узнал я про твоего парня с фотографии. Это сын генерал-лейтенанта Савельева, того самого, из Москвы. Теперь хрен знает, что мне с этим знанием делать. Разница, чей он сын? В данном случае есть разница. Не по зубам он нам, думаю. И что ты предлагаешь? Сообщить наверх. Я даже знаю, кому. Пусть там сами решают.
Ты поднялась уже? А он проснулся ни свет, ни заря, и давай хныкать. Я его на руки взял, давай баюкать, а он ни в какое. Ну, мы на улицу и пошли, чтобы тебя не тревожить. Иди к маме. Ир, ты чего? Ира! Ир, ты что, правда подумала, что я украсть хотел? Ир! Ир, прости, я не хотел тебя напугать. Ничего бы не случилось. Если бы я знал, что ты так отреагируешь, я бы тебя разбудил бы. Разбудила? Ну? Однажды нас уже разбудили посреди ночи. Постучали в дверь. Отец открыл, люди вошли, сказали ему, собирайся с нами, пойдешь. И увели его в ночь. И с тех пор я его больше никогда не видела. Теперь я больше всего боюсь потерять сына. Боюсь потерять мать. Я, слушай, я, ну и... Извини. Мне возвращаться в часть нужно. Я пойду. Я заберу вас потом. Тебя и сына. Домой, 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 мой, домой, 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 мой, 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 домой, домой. Доброе утро, товарищ майор. Здорово. Разрешите обратиться. Такое дело. Ну? Да вот, видать, не судьба нам в ближайшее время домой-то попасть. Ты что, перегрелся, что ли, курсант? Никак нет. Не сгорели деньги. А если сгорели, то далеко не все. Это еще что за новости? Украли деньги, товарищ майор. Посмотрите сами. Вот, вот. Ну ведь чего? Ну как чего, посмотрите. Деньги, лежащие вплотную к раскаленным стенкам сейфа, только по краям обуглились. А те, что в центре, дотла. Как такое возможно? Это ты сам догадался? Никак нет. Под вашим чутким руководством, приобретя бесценный опыт. Ну-ну, это хорош подлизываться. Какие будут распоряжения? Работать, раз ты такой головастый нашелся. Тебе день рождения. Кстати, по поводу дня рождения. Разрешите внести корректировочку? Хотелось бы отметить с вами. Ну, такая честь. Там в отеле Лакшар есть ресторанчик хороший. Не Арагви, конечно. Но выпьем, закусим. Я угощаю. Я не пью. Девчонки будут. Девчонки? Девчонки – это хорошо. Девчонки – это замечательно, товарищ майор. Дуй давай, замечательно. Есть. Я тебя просил только нос совать. Смотри, для общего дела, как лучше хотите. Шуруй! Есть. Девочки. Девочки, это хорошо. О, курс. Вещички собрал уже? Так мы же не едем никуда. Как это не едем? Вот так. Дело-то не закрыто. В смысле дело не закрыто? В прямом. Извини, товарищ капитан. Мне работать надо. Фото младшего Савельева у душмана? Не просто душмана. Оперативника зарубежных спецслужб. Его уничтожили вместе с бандой маджахедов. Мы пытались понять, кто он откуда, ничего. По картотеке запросили. Пусто. Серьезный персонаж. Так. Ты вот что. Ты придержи пока информацию. Понял. Я сам все проверю. Жди завтра спецпочты. Есть, понял. Лукьянов, срочно мне информацию по Дмитрию Федоровичу Савельеву, 61-го года. Курсант военного института. Особое внимание к контактам за последний год. Далее. Установить слежку за генерал-лейтенантом Савельевым.
Да, да, вы не ослышались. Выполнять немедленно. Тормози. Сделаем. Померещится ерунда какая-то. Ну давай, поехали. Чего, как ты там? Соскучилась. И я по тебе. В общем, батники я тебе твои купил. Ну, я, в принципе, все тебе купил, что ты заказывал. А недельки? И их тоже. Зоя, я завтра не приеду. Почему? Ты же сегодня должен вылетать. Ну, есть тут еще дела кое-какие. Мне надо еще задержаться на пару дней. Что случилось? Ты-то что, ранила? Да нет, господи, упаси. А что тогда? Зоя, я что, на допросе, что ли? А тебе что, есть что скрывать? Мне нечего от тебя скрывать. А, ты задумался, прежде чем ответить. Ха. Ну, и как зовут эту причину, по которой ты задерживаешься? Ну, что ты глупости-то говоришь, а? Ну, конечно, для вас, мужиков, это глупость. Пустяк, да, бабу завести, пока жена далеко. Зоя, прекрати, иначе разведу костер и сожгу все твои батники и недельки к чертовой матери. Да зачем? Зачем добру-то пропадать? Ты ей подари, а мне от тебя ничего не нужно, кобель. Как дура, что у тебя с этой твоей войны? А у тебя, наверное, на каждом задании, да, по бабе есть? Может, у меня тут какая под боком, а? Нет, у тебя нету. А, там, значит, есть, да? А может, нам с тобой развестись? Может, и развестись. Все, вырубай. Так, а ну отошли от машины, чего вы здесь третесь? Сами где были во время пожара? Караулил. Нас же как, нас через сутки ставят? А всех на дорогу или в рейд? А мы крайние. Опишите, что видели. Дым. Первый дым увидел. Сразу начал начальнику трезвонить. Я просто пост не могу покинуть. Кто входил, выходил? Фамилии, звания? Да все на разводе были. А так, первый дежурный выбежал, потом помощник дежурного с такой, с бандурой, как ее. Пульт? Да. Они ее кинули на травку, схватили огнетушитель и обратно. А потом вышел часовой. Чморина. Это же надо было придумать. Из бритвочек, кипятильничек. Из окон кто-нибудь выскакивал? Из того, что на входе, нет. А из другого, не знаю. У меня граница службы у торца здания. И хоть слона выноси. Какого слона? Здесь же верблюды одни. Ну что, опросил, допросил? В процессе. Так, все, завязываем играть в бирюльки. Производим обыски, определяем главного подозреваемого, закрываем дело и улетаем в Москву. Подушку подними. Товарищ майор. На секунду. Его ни при чем. Откуда знаешь? Мне кажется, я ниточку нащупал. Дайте мне время, я во всем разберусь. Уверен? Так точно, разрешите идти. Иди. Есть.
Можно, сэр? Есть новости от Флаерти. Продолжай. Она вышла на связь. Она и Добровольская прибыли на место. Сегодня должна состояться встреча с сыном Савельева. Но куратор их не встретил. Он убит, сэр. Через человека в хат. Флаерти проверяет, мог ли он их засветить. Черт. Это нехорошо. Передай, пусть немедленно сворачивает операцию при малейшем подозрении на провал.